Владимирович Путин, а зачем вы съели несколько миллионов человек? Нет, на самом деле, я не шучу. Смотрите, на президентских выборах 2013 года в списках избирателей значилось 110 миллионов человек. После этого присоединили Крым 1,8 миллиона избирателей. Плюс, по официальным данным, Россия предоставила гражданство как минимум 600 тысячам взрослых людей. Это в основном мигранты, наши соседи Средней Азии и Украины. Плюс, каждый год в каждом своем большом выступлении Путин рассказывает о том, что численность населения в России растет благодаря его мудрой политике. Наши демографические программы доказали свою эффективность. И мы продолжим их реализацию. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции. Сумели сгладить последствия двух тяжелейших, наложившихся друг на друга демографических провалов. Наша демографическая политика доказала свою результативность. Нас третий год подряд уже естественный прирост населения. Получается, что 18 марта список избирателей должно было быть как минимум 112 миллионов человек, а скорее всего больше, ведь население росло. И что же мы видим в итоговом протоколе Центробиркома? 109 миллионов человек. То есть на миллион меньше, чем было на прошлых президентских выборах. А где же крымчане? А где же мигранты? А где же прирост населения? То есть либо Путин натурально съел всех этих людей, либо наша Россиюшка вымирает рекордными темпами, либо Центробирком поддел эту цифру для того, чтобы снизить количество избирателей, увеличив явку на выборах.